обратите внимание, вот эта угловая фишка, да, сейчас я вот на угловую, смотрите, чтобы было больше понятно, что мы сейчас будем делать. Это параллельная парковка, угловую фишку. Запомнили, да? Смотрим дальше. Заезжаем. Нужно проехать контрольную линию. Причем полностью багажником автомобиля. Ну, она даже далеко уехала. Но ничего страшного. Выкручиваем руль вправо, один оборот. Не задеваем вот эту угловую фишку. К чему я сказал угловую ту фишку? Поймаем в левое зеркало, выровняем руль. Потом колесо заднее входит за контрольную желтую линию. Выкручиваем до конца влево руль. Выравниваем автомобиль. Выравниваем колеса. И... опачки. Мы заехали. Отлично.